5 февраля в отделе номер 3 межрайонного управления ЗАГС по Одинцовскому городскому округу и городскому округу Краснознаменск был зарегистрирован сотый брак с начала года. Счастливые жених и невеста узнали о юбилейной записи акта гражданского состояния прямо во время церемонии бракосочетания. Сотрудник отдела ЗАГСа пожелала молодым, чтобы красивая цифра 100 стала для них счастливой.